Ghost Rider Trail of Tears, история из 6 выпусков, повествующая о лейтенанте федеральной армии Тревисе Пархаме, который находился на волосок от гибели. Окруженный криками умирающих на поле боя солдат и погрязший в луже крови, он уже и не надеялся на спасение. Но волей случая, из-за иных сил, он нашел свое спасение в лице бывшего раба Кейбла, который вытащил его из этого ужаса. Понимая, что смысла возвращаться домой нет, Пархам остался на земле Кейбла, залечивать физические и душевные раны, а заодно и помогать по хозяйству. Но в один прекрасный момент он решает уехать на запад, дабы найти свой путь в этой жизни. Вернувшись спустя 2 года на ферму, перед его взором всплывут страшные вещи, которые случились с Кейблом и его семьей. Этот комикс – мощный вестерн с отменнейшим сюжетом, постановкой и артом от великого и ужасного Клейтона Крейна. Атмосфера нагнетается превосходно, еще немного и будет страшно. И ведь так и должно быть, призрачный всадник должен наводить ужас, он несет возмездие, мстит за грехи. Если хотите почитать о настоящем призрачном всаднике, лучшего комикса не найти. Очень брутальная и динамичная история, к тому же оставляющая пищу для размышления. Рекомендую.